Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о ее состоянии, сообщив, что артистка перенесла вторую операцию. «Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором, была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. И появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Сергей Майоров в эфире НТВ, об этом сообщает Рамблер. При этом, по его словам, Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее постоянно наблюдают медики. Рядом с ней находятся супруг Петр Чернышов и Марина Потапова. Они не покидают больницу, поскольку вокруг нее начался настоящий ажиотаж, а здание в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Об этом сообщает Рамблер. «Никто из палаты не выходит», — заявил Майоров. Он отметил, что Заворотнюк полностью перестала общаться с внешним миром. «В ее палате нет телевизора, телефонов. Сама Анастасия ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается». Об этом сообщает Рамблер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!